Ну, сейчас отошли маленько. Жестко. Вот так, понятно. Маленько назад откатились. Приотдыхаем. Ну. Разъебали позиции в клочья. Опять там 300-й у нас. Ну, нормальный такой средний. Все, половина, короче, нас осталось. Каждый второй же раненый. Ну, вот сейчас пока это откатились. Я пришел на позицию, у нас там связи нет, вот напередок сюда это пробежался. Все, пизда в клочья. Постройки въебаны, все въебано. Да минометом, танком тут. В упор разбили всех. Понятно. Ну, сейчас позвоню быстренько, да, дай бог, ноги отсюда. Да где же спецы поляки приехали, да всякие эти наемники, сука, народу положили, блядь. У связи троих порезали, наших ночью подкрались, сегодня восьмерых ёбнули, ну, прям во сне. Одуреть. Ну, вот так вот, ну, потом еще двоих, но... Так чё, тут, я ж говорю, это не спецоперация, это жесткая война, мы тут мясо. Ну, у нас осталось твердо, нихера уже народу. Вот.